Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Утро сейчас в 11-й песне Бхагавата. Очень дорогой преданный Господа, задает вопросы. Кто хочет прогрессировать на пути преданности, должен задавать такие вопросы Бхагавану Кришне или его представителям. Поэтому Бхагаван Кришна сказал: «Татвитхи пранипатина парипрашнина сейвая упадекшьянтите гьянам гьянинас татвадаршанах». Человек должен быть очень разумным, чтобы задавать вопросы. И когда человек задает вопросы, он должен задавать их таким образом, чтобы хорошо прогрессировать на пути преданности, чтобы без всяких сомнений двигаться по этому пути преданности. Цель человеческой жизни – прийти к лотосным стопам Бхагавана Кришна, служить им. И как достичь этой цели? Парипрашнина севая. Садху, преданные Бхагавана Кришны, когда мы спрашиваем их о том, как нам прогрессировать на пути преданности, когда спрашиваем их об истине, они становятся очень счастливыми. Садху счастливы, когда последователи идут правильно, когда последователи совершают усилия, чтобы обрести бхакти. Но многие не слушают садху. Ну, делают вид. Вот как я практически всю свою жизнь. Делаю вид, что я слушаю. Притворщики не могут продвигаться по пути преданности. Если кто-то на самом деле слушает садху, никогда он не пойдет неправильно. Никогда он не пойдет к майе. Если кто-то внимательно слушает садху, он разовьет любовное настроение, любовное стремление к Кришне. Будет любовное отношение. Если нет любви, человек не сможет служить. Даже в этом материальном мире это так. Смотрите. Если нет любви, не получится. Не будет служения. Если человек служит на материальном уровне, все равно он получает определенное счастье. Есть сейчас у нас некоторая любовь, но к материальным объектам, к материальным личностям. И поэтому есть песня вайшнавская, там говорится: «Позволь, о Господь, развить мне такую же любовь к Твоим лотосным стопам, которую я имел к материальным объектам». Прити мула сева. Сева – это означает, что есть какая-то любовь, иначе это не сева. Это просто рутинная деятельность, механическая деятельность, крия. Если мы не служим лотосным стопам Кришны, никогда это не будет севой. И вот когда мы служим, надо служить с любовью. Если мы служим Бхагавану Кришне с любовью, он становится счастливым. Даже если мы совсем незначительные вещи делаем, может вообще ничтожные, да так и есть, ничтожные. Но, допустим, жена Видуры давала шкурки от банана, и Бхагаван счастливо принимал их. Потому что она имела прити, она имела любовь к Бхагавану Кришне. Бхагаван Кришна не смотрел на эти шкурки бананов. Да? Он смотрел сколько любви. Он смотрит на нашу любовь. Он не смотрит на количество наших подношений. Да? Сколько денег, как богато все. Нет. Вот как сейчас происходит. Мы приходим, да, мы слушаем. Да или даже вообще не слушаем. И занимаемся разными своими обычными делами. Это все майя сева. Как мы сможем продвигаться по пути преданности? Если мы служим майя, не стать нам бхактами. Господь имеет все шакти. Он может дать нам силу, чтобы мы прекратили служить майе. Чтобы смогли служить ему. Он знает, что в нашем сердце. И в соответствии с этим он все устраивает. И нам надо молить его. Пожалуйста, дай мне шакти.
дай мне силу, дай мне энергию, чтобы я мог служить Тебе. И на самом деле мы так молим, на самом деле мы так плачем. Почему Он не слышит нас? Бхагаван, конечно, слышит всех. Во многих писаниях, пуранах мы находим это. Бхагаван Кришна слушал Кубджу, да, и он осуществил желание ее сердца. Почему он не слушает нас? Есть две категории. Одни знают, что надо молиться, и не молятся. Почему? Почему сознательно не молятся Господу? Потому что я потеряю наслаждение. Ну, знаю я, да, есть у меня уже этот опыт. Если я искренне помолюсь Господу, то я потеряю эти наслаждения. Они знают, что получат, если будут молиться. Кришна, пожалуйста, пролей милость на меня. Я связан Майя. И что сделает Кришна? Он отрежет, да? Он избавит. И поэтому, если человек думает, ну, я разумен, да, я понимаю все эти вещи, и что? Не молит, не молится он поэтому, конечно, чтобы вырваться из пут Майи. И поэтому Садху Гуру говорит о лилах Бхагавана Кришны, чтобы у нас возникло желание молиться. Слушая лилы в Раджабасе, может быть, у кого-то возникнет это желание стать Раджабасе. Мы слушаем Гуру, который является в Раджабасе, и хотим, что мы хотим? Мы сами хотим стать Гуру, не хотим мы стать в Раджабасе. Очень искусно Майя. Вот так она со мной тоже много лет поступала. Ну, пусть многие хотят стать саньяси, я хотел стать саньяси, хотел стать Гуру, старшим преданным. Но никогда я не хотел стать в Раджабасе. Вот в чем проблема. Чтобы стать в Раджабасе, нам надо развить жадность. Очень глубокие отношения в Раджабасе имеют с Кришной. И Кришна не хочет уходить от них. Бриндавана паритяджам нападам экам гачхати. Не могу я даже на мгновение, ни на один шаг уйти из Бриндавана. Они связали его веревками любви. Иште гада тришнага геха свагу палакшанам, аште авиштата эй татастха лакшанам. Кто наш Ишта, наш желаемый объект? Это Верховная Личность Бога, Кришна. Он наш Ишта. Гадха тришна. Глубокая привязанность к Иште, к Бхагавану. Вот это сваруп лакшана, это основной симптом раги. А авиштата, полная погруженность в мысли о нем, это татастха лакшана. Постоянно человек думает о нем. Рагамай бхакти рахая рагатмика нама, тахашуни лубтхахая кона бхагьяван. Преданное служение, состоящее из раги, глубокой привязанности, называется рагатмикой, спонтанным любовным служением. Если преданный жаждет достичь такого положения, имеет такое положение, его следует считать счастливцем. Лобхи враджа васигабави каги анугати шаста юкти нахимани агануга пракрити. Если человек идет по стопам обитателя Вриндавана, влекомо такой духовной жадностью, ему нет дела до предписания шаста, до объяснений шаста. Вот такова природа спонтанной любви. Тот, кто следует за рагатмика-бхактами во врадже, зовется рагануга. Ануга — это последователь. И здесь говорится о нашей конечной цели, о развитии рагануга-бхакти. В такой ситуации нет нужды получать какие-то приказы, указания, да, от руководителя храма, там, от менеджера. Там, не надо даже, чтобы просили, ой, иди там, служи, делай то, делай это. Нет, человек будет спонтанно делать. Тот, кто не имеет рагануга бхакти, он нуждается в правилах и предписаниях. Нужно ему
Иди, иди туда. Чего ты спишь? Давай, давай, делай. Рупа Госвами говорит: Вираджантим Абхивьяктам Раджаваси Джанадишу Рагатмикам Анусрита Ясарага Нугочеты Таттад Правадим Матхурии Шрутит Хирьят Апекшаты Натрашастра Найюктимча Таллобхотпати Лакшанам. Спонтанное преданное служение ярко проявляется в обитателях Вриндавана. Преданное служение, которое подобно их преданному служению, называется Рагануга Бхакти. Преданным служением, следующим за спонтанным любовным служением. Когда возвышенный зрелый преданный слышит о том, как преданный Вриндавана служит Кришне, наслаждаясь вкусами Шанты, Даси, Сакхи, Ватсали и Матхури, он чувствует склонность делать то же самое. Конкретные проявления их бхакти привлекают его разум. Такой преданный начинает испытывать непреодолимое желание служить Кришне в конкретных отношениях с ним. Когда такое желание пробуждается, разум человека перестает опираться на наставления шастр, на какую-то их логику или аргументацию. Табхактирасамрита Синху 1.2, 270 и 292. Зрелый преданный всегда хочет слушать о играх Бхагавана Кришны в Авраджи. И что происходит в Авраджи? Бхагаван Кришна наслаждается пятью расами: Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалия и Матхурия. Когда кто-либо слушает Авраджа Расе, та особая раса, которая есть в его сердце, проснется, и он свяжется с Бхагаваном Кришной в этой расе. Если уже человек связан с Бхагаваном Кришной в какой-то расе, нет нужды в предписаниях шаста. Браджа Бхакти Анугати называется Рагануга Бхакти. И как человеку развить эту Рагануга Бхакти? Если он будет слушать из правильного источника, он разовьет жажду, жадность, следовать за Браджа Баси. Такая мысль придет. Вот как этот преданный, как этот Браджа Баси совершается его, почему бы и мне так не послужить? Вот такая жажда разовьется. И не нужны ему уже предписания ограничения шаста. Севам садхакарупена ситхарупена чатрахи тадбавалипсуна кария браджалокану сахатах. В трансцендентном раджа, по враджа-дхаме, нужно служить Верховному Господу Кришне с тем же чувством, что и его приближенные, приняв непосредственное руководство одного из спутников Кришны. Ну, то есть идя по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии садханы, духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве, так и на стадии садхи, постижения Бога, когда человек уже является ситхапуруши, личностью, достигшей духовного совершенства. После слушания о Враджа Баси, о их служении, человек разовьет жажду, он будет следовать за Враджа Баси. Когда мы следуем Враджа Баси, нам надо знать, что мы садхаки. Что это такое? Внешне садхака, да, а внутри ситха. Внутри очень много любви. А внешне я просто садхака. Да? Я ничего не знаю. Я просто следую указаниям Гурудева. Джайвадхарме это описывается. Гурдев здесь говорит: не показывайте ваши ситхи никому. Что за ситхи? Вот эти переживания, да, эмоции, чувства, слезы. Да, внешне мы ведем себя как садхаки. Ничего мы не показываем другим. Я просто следую приказам Гурудева. Если кто-то демонстрирует на показ свои переживания, да, свою праву, он несовершенный.
он сахаджия. Я помню, как практически первое, что увидел в обществе преданных, одного такого преданного. Он подходил постоянно ко мне и на ухо говорил: «Ты знаешь, сегодня ночью Кришна залез мне на спину, и я его катал здесь по алтарной». Ну, и так далее. Такие вещи могут происходить. Поэтому они, такие преданные, совершенные преданные, они ведут себя как садхаки. Гурдев, он рассказывает, он говорит, что он все время хотел сказать Гуаговинде с вами: зачем? Зачем вы воспеваете по ночам? Вы и так уже имеете совершенное тело ситха-деха. Гурдев говорит: ну я не решался ему это сказать. Кришнам смаган джананам часья Приштхам ниджа самихитам таттат катхагаташ часу курьят васам бхаджи садам. Преданный должен всегда размышлять о Кришне и избрать своим идеалом, ну, объектом, кумиром, одного из дорогих Кришне преданных во Вриндаване. Он должен постоянно слушать рассказы об этом слуге Кришны и его любовных взаимоотношениях с Кришной. Следует поселиться во Вриндаване. А если физически это невозможно, то нужно жить там в своих мыслях. Вот что тут говорят. Живите во Вриндаване, живите на Радха-кунде. Гурдев говорит, сейчас Вриндаван совсем не такой, как раньше. Он первый раз приехал туда в 88 году. А я, наверное, в 94-м. Ну да, даже с 94-го года полностью все изменилось. Там толпы людей, много домов, даже пыль. Пыль Вриндавана, она сейчас недоступна. Везде асфальт, цемент. Если человек выберет дорогого спутника Кришну во Враджи и будет думать всегда о нем, думать о том, как он, этот спутник, служит Кришне, тогда он в мыслях будет во Враджи. Если физически нет возможности находиться во Враджи, надо находиться во Враджи в уме. Бахья антага ихага дуита садхана, бахья садака дехикага шавана киртана, мана ниджа ситха деха каги абаванам, радхидини каги вгаджа кришна гасиванам, ниджа пхишта кришна прештха, пачхита лагия, нигантага сива каги антага манаханам. Практика Гагануга Бхакти делится на внешнюю и внутреннюю. Осознав себя, зрелый преданный внешне ведет себя как неофит, то есть соблюдает все правила шаста, особенно те правила, которые касаются слушания и воспевания. Но в мыслях, в своем изначальном чистом состоянии, то есть полностью сознавая свое вечное признание, призвание, он служит Кришне во Вриндаване особым, только ему присущим способом. Он занят этим служением круглые сутки, день и ночь. Воистину, обитатели Вриндавана очень дороги Кришне. Если человек стремится к спонтанному любовному служению, он должен идти по стопам жителей Вриндавана и в своих мыслях постоянно служить Кришне. Нам надо развить жадность, жажду к тому способу, которым они служат Кришне. Кришна Прешта Шри Радха, очень дорога Кришне Шри Радха, Лалита, Вишакха, Рупа Манджари. Те, кто очень дороги Кришне во Враджи, все они стали близкими спутниками Шри Чайтани Махапрабху. Манджари, они стали Рупой Госвами Падом, Санатной Госвами Падом, Агунатхи Дасом Госвами Падом. Мы сейчас живем в век Кали. Если уж следовать, то следовать спутникам Махапрабху, которые очень дороги Кришне во Враджа-лиле. Если уж следовать, то следовать его дорогим преданным, Бхактивинода Такура, Бхактисиддханте Сарасвати Такура, Прабхупаде, Шриле Прабхупаде, Гургавинде с вами, Гурудеву. Если мы будем так следовать, мы получим такой же результат.
мы тоже станем Бхаджабаси, потому что все они Бхаджабаси. И одна вещь очень важная. Нам надо развить жадность, жажду служить Кришне. И как ее развить? Только благодаря Шравана Киртану. Как развиваем жадность, если мы не слушаем и не совершаем киртан? Манаса сева. Мы не во Вриндаване, но где бы мы ни были, мы можем совершать манаса сева. Мы можем служить в уме. И вот теперь мы приходим к вопросу об анугатхи. Как нам следовать? В этом все. Вот вся загвоздка, вот вся моя жизнь, если ее проанализировать, все в этом. Не готов я отказаться от независимости. И как? Как я могу следовать, если не могу оставить независимость? Если оставим независимость, сможем следовать. Если не оставим независимость, не сможем. Не сможем исследовать. И как же мы тогда разовьем жадность служить Кришне? Вот как обычно. Ну, мне нравится это служение, я его буду делать, да. Кто мне? Почему мне кто-то тут что-то указывает, да? Если во время Кришна Катхи я сплю, как эта катха войдет в сердце? Как она войдет в мой ум? Сначала свадината паритьяга, и затем гуру анугатхи. Агануга бхакта развивает дасью, сакью, вацалью или матхурию. Бхакти Расама это Синху говорится. Пати Путха Сукхит Бхатхи Питхайван Митхаватхахим Йетхиянти Садо Дюктас Тепхио Пиха Намо Намаха. Снова и снова я в почтении склоняюсь перед тем, кто всегда с радостью размышляет о Верховной Личности Бога, как о своем муже, сыне, доброжелателе, брате, отце или интимном друге. В этом мире тем бхактам, которые с большим энтузиазмом принимают Бхагавана как мужа, сына, брата, отца, друга, я кланяюсь снова и снова. Кто так делает, постепенно обретет бхава-бхакти и затем према-бхакти. Это из лекции Шишипад Чайтани Чандра Даса Гурудева, 22.11.2023.